Привет! У нас сегодня в гостях папа. Привет! Сегодня я вам, как я обещала в прошлой серии, мы будем знакомиться с дракончиками Сафирос и Водолёс. Ты не умеешь еще поднимать, я это показываю всем ребятам. Давай, Дашуль, я сяду рядом с тобой. Только хочу кушать. Так, и первый у нас... Это у нас спящий дракончик Ниназу. Вот он какой хороший, красивый. Такой спит. Держи, Дашу. Вот так ему помочь. Рядышком. Это у нас дракончик Ниназу. Он из стихии воды. Драконы воды живут в подводном замке, окруженным коралловым садом. Вот такая вот у нас вся серия. Вот наш дракончик Ниназу. Ой, какой красивый розовый дракончик нам попал. Это дракон огня. Зовут его Ферус. И вот какой он красивый. Поднимается, да? Ферус. Такие рожки миленькие у него, розовенькие. Они такие маленькие. Да. Это Ферус. Держи, Даши. Он маленький еще. Да. И драконы огня живут у нас в башнях, которые находятся на вулкане. Это дракон земли. Вот такой вот миленький, зелененький дракончик. Бархатистый, с крылышками зелененькими. И рожки у него красивые зелененькие. Он такой улыбчивый, очень милый. Привет. Держи, Дашенька. И у нас попался дракончик голубенький. Значит, он из стихии воды. Это дракон воды. Он управляет водой и дружит со всеми морскими обитателями. И это у нас дракончик, которого зовут Нанами. Такой миленький, застенчивый, голубенький дракончик. Красавчик. Дракон воды. Тоже дракон воды попался. Давай посмотрим на него. Это кто? Доставай. Ух ты! Давай. Это у нас дракончик Номус. Вот такой вот милашечка. Номус. С бело-розовыми крылышками. Номус. Ну такой мягкий носик и голубые глазки. Да, Номус. Такой вот он хорошенький. Класс. Коллекция наша растет. И у нас попался дракон. Дракон зеленый, значит, это дракон земли. Он тоже. Лежит, точно? Давай посмотрим, кто это у нас. Он стоит. Это у нас дракончик Ксения. Ксения! Она дружелюбно машет нам ручкой. Привет! Дай место, Ксения, я посмотрю. Держи, Даша. Я посмотрю. Открывай. Кто это у нас? Моя кукушка! Ниназу, да? Да, это у нас Ниназу. Теперь у нас их два таких. И сейчас у нас попался кто? Это у нас дракон. Кто его? Ксорос. Это у нас дракон Ксорос. Кто его? Это дракон? Да вот. Это у нас дракончик Ксорос. Это дракончик земли. Держи, солнышко. Ух ты! И это у нас дракон огня.
Давай посмотрим, как его зовут. Да, вот он. Давай посмотрим, как его зовут. Это у нас... Это дракончик Федуся. Вот такой вот у нас красивый дракончик Федуся. С крылышками, как у летучей мышки. Ну что-то он загрустил. Такие грустные зеленые глазки. Давай дальше. Держи, Дашуль, открывай. Ух ты, это у нас опять дракон земли. Давай, покажем, ребят. Вот такой вот у нас дракон земли. Вот, милый дракончик. Его зовут Ксаби. Дракончик Ксаби нам попался. Держи, солнышко. У нас попался кто? Апуань. Кто же это? И нам попался наш... И нам попался дракончик Драки. Вот такой вот он красненький, миленький, миленький Драки. Вот так вот, Пеп. Посмотри, сколько много у нас драконов теперь есть. Они все очень милые и классные. Драконы! Да? Пеппа, а ты со всеми драконами познакомилась? Ага, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Пока-пока! Всем пока, до новых встреч!